В России введут штрафы за несоблюдение карантина в период коронавируса. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозит штраф от 500 000 до 2 000 000 рублей или лишение свободы сроком до 7 лет. Ямальские парламентарии продлили действие регионального материнского капитала до конца 2026 года. Также приняты дополнительные меры поддержки семей при рождении или усыновлении второго ребенка. На всех малышей, появившихся на свет с начала этого года, дополнительно к федеральному маткапиталу будут выделены региональные субсидии в размере 150 тысяч рублей. На Ямале стартовал прием заявок в детские лагеря Тюменской области и Анапы. Для льготных категорий граждан заявочная кампания началась раньше. За неделю более 400 человек изъявили желание отправить детей на отдых. Льготники, которые по каким-либо причинам не успели подать заявку в первоочередном порядке, также могут претендовать на путевки, но уже на общих основаниях.